Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW M3. Ремонт переда. Итак, машину привезли ко мне разобранной. Были сняты битые детали и двигатель. Подрамник был установлен другой, целый. Основное повреждение – это левый лонжерон. Установил машину на стапель, снимаю все, что будет мешать. Начну ремонт с левого лонжерона. Он будет меняться. Для этого у меня есть другой, целый. Но сначала я вытяну лонжерон. С левой стороной я пока закончил. Теперь делаю нужные мне измерения и потом поправляю правую сторону. Теперь равняю детальку с VIN-номером. Правой стороной я закончил. Теперь удаляю поврежденную часть левого лонжерона. И затем меняю его.
Итак, лонжерон на месте. Теперь заменю часть стойки возле крыши. Для этой работы у меня есть кусочек от донора. Итак, сварочные работы закончены. Теперь я подкрашу замененные детали и затем установлю детали переда. Итак, моя работа закончена. Капот не оригинальный, сделан стеклотканем и сделан плохо. Поэтому стоит тоже плохо. Владелец заменит его потом. А на эту работу ушло 38 часов. А сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!